Был я сегодня на Карбуцеле. Ничего стоящего не купил. Вот, ну, пару безделушек есть таких. Так, начнем с статуэтки Наполеона. Нет, со стакана. Короче, стакан стоит 10 пенни. Английский стакан такой, я себе купил его. Буду пить чай или сок. Вот. Дальше звонок на велосипед или на самокат. Стоит 1 фунт. Ну, бэушный. Дальше. Наполеон. Присутствует позолота. Фирма. Изготовитель непонятно какая. Ну, какое-то клеймо есть. На Наполеона тоже, наверное, не похоже. Хотя я Наполеона не видел. Но треуголка Наполеония одета как-то непонятно. Ну, такой Наполеон. Дальше. Два интересных предмета. Открывачка для бутылок и подставка для зажигалки. Вот. Что самое интересное, сделано, написано, что сделано из гениталий кенгуру, а именно из яиц. Из яичек. Twice as lucky as rabbit feet. Написано, что 100% австралийский продукт. This is a real kangaroo scrotum harvested under regulation and PVS regulation. Короче, убита по лицензии кенгура. Вот они такие вот волосатенькие. Видно, что кожа, на них волосяной покров. Вот. Дальше. Дальше вот так вот. Professional Digital Optics. Вот, это макронасадка, я так понимаю, на линзу. Диаметр написано 55-58 миллиметров. Не знаю, почему двойная такая маркировка резьбы. Вот. Pro Digital High Resolution. Так, Pro Digital Lens with Macro Crystal. Вот такая вогнутая. Вогнутый рябий глаз вовнутрь. Titanium Japan. Такая вот штука. Тоже куплена недорого. Коробочка классная, конечно. Куплена за 1 фунт. Дальше. Набор из 5 предметов. Ну, не набор это, а 5 предметов. Куплены по 10 пенни на 50 пенни. Точилка для ножей. Так, из 5 предметов все куплено по 10 пенни.
Это на сковороде что-то жарить, поднимать. Это нож. Вот. Это лопаточка с такой пилочкой. Это нож тоже в виде пилочки. Это вилка старинная. Это рог здесь какой-то. И точилка старинная для ножей. Смотрим. На этом предмете у нас клеймо. Sheffield England стил. На этом предмете нож-пила. Stainless steel. Made in Japan. Короче, японский нож. Харакири. Делать. Так. Следующее. Следующее это у нас лопатка. Так, где клеймо здесь? Клеймо. Видно, England, Sheffield. Дальше, старинная вилка, тоже есть клеймо. Так, что-то не наводится резкость на клеймо. Ага, во. Так. Такая вилка, можно что-то есть. И точилка без клейма. Ну, видно, что старинная. Так, откладываем это. Следующее это у нас такой робот-конструктор. Produced for Swiss UK. В общем, это робот. Gadget Shop Science. Tumbling robot. Watch his get up to go. Build your own. Вот, для 8 плюс лет. Я так понял, он кувыркается. Две батарейки надо пальчиковые АА. Смотрим. Так, он запакован здесь. Есть несколько запчастей. Первая запчасть это моторчик. Так, это моторчик с шестеренками. Вторая часть это ноги. Вот. И третья часть это руки и голова, я так понимаю. Все запаковано. Так, смотрим инструкцию. Так, это инструкция instruction. Как его собирать? Так, голова. Так, что здесь? Угу. Батарейки вставляются в ноги. Офигеть. Так.
Он еще и музыку какую-то играет, да, что ли? Моде. Continuous walking. Значит, walking. Может идти. Второе. Summersault mode. Я так понял, кувыркается. И dancing. Танцует. Troubleshooting your robot. Вот такой робот куплен был. Так, откладываем. И следующий. Magic Show. Magic Show набор. Инструкция видео онлайн. Ага. Значит, есть еще онлайн инструкция. Firms.org. Фирма. Easy to perform magic show. 175 фокусов. Вот. Ну, здесь не полный комплект. Должно в комплекте быть. Сейчас посмотрим. Нескольких запчастей нет. Так, открываем. Так, Magic Instruction. Нет. Так. Ну, вот показано, как что здесь делать, конечно. Так, смотрим, что есть в наличии. Инструкция как инструкция. Так, смотрим, что есть в наличии. Magic rope. Веревка есть. Почему на Magic, непонятно. Какая-то веревка, короче. Так, сопоставляем. Если что, потом онлайн посмотрим. Ага. Ну, сделано 8. 8-8, это что у нас? Таиланд. Made in Thailand. Хэнки-панки. Так. Смотрим. Дейси туннель. С кубиком. Кубика нету. Ну, кубик можно где-то найти, скорее всего. Дальше, так, веревка, мы смотрели веревку, эту сюда ложим. Дальше, Magic Card Holder, вот он, Magic Card Holder есть. Так, дальше. Magic Canisters. Из Magic Canister есть только одна канистра.
И одна крышечка от канистры, от большой. Тоже можно с чего-то сделать ее по такому диаметру. С трубки с какой-то. Дальше. Ring and spring. Пружина и кольцо. Нету такого. Пружины и кольца нету. Дальше. Magic Balls. Красный, синий, желтый. Есть Magic Ball, вот они из двух частей состоят, так складываются. Вот, так что магические шарики есть. Дальше Magic Rabbits, кролики большие и маленькие. Есть два больших кролика, один маленький, и здесь два маленьких. Дальше Magic Rattle. Это тоже есть. Вот. Для чего оно, непонятно. Следующее. Ball Stand. Подставка для шаров. Вот она есть. Что и крышечка есть тоже. Вот так вот. Дальше трик карт. Ну, трик карт у нас есть. Вот. Раз, два. Так, это двухсторонняя карта. Это односторонняя. И это односторонняя. Это рубашка. Такие четыре карты. Так, дальше что у нас? Magic Wand. Палка. Палки нету волшебной. Карты тоже не все. Только раз, два, три карт нету. Трое от наборов карт нету, только один набор. Дальше. Alice Ring. Alice Ring есть у нас. Вот. Дальше Spike and Coin. Такие гвоздики. Сколько их тут? Нарисовано 5. И такие вот. Вот они, короче. И гвоздики. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже 5 гвоздиков. Вот такой вот наборчик. Вот это все я сегодня купил. Значит, набор этот 50 пенни стоит. Робот фунт. Объектив тоже фунт. Вот так вот.